Телемост злучив Гомельську обласну універсальну бібліотеку ім'я Леніна з сябрами нашого регіону з Ростовської області. Зустріча була присвячена відкриттю у Петрушинській сільській бібліотеці, що у Ростовській області, літературно-етнографічного покою народного письменника Білорусі Івана Мележа. Нагода стагоддя белорусского классика. Дарэчы, 3 года тому по инициативе старшини Гомельского областного отделения Союза письменника у Беларуси Владимира Гаурыловича и российского литератора Леонида Севера гэтай библиотеце было присвоено имя нашего знакомитого земляка Ивана Мележа. На базе российской библиотеки штогод ладятся конференции, творчие сустрэчы, у тым ліку с гомельскими творцами, які удзельнічаюць у фестывалі «Берагі дружбы». Вельмі приемно, что на ростовской земле у Няклиновском районе только что расчинил двери мемориальный литературно-этнографичный покой имя народного письменника Беларуси Ивана Мележа. Гэты проект узнік не выпадково. Я называю гэта проект, потому что вось на протягу уже десятка годов наша письменницкая организация пленно супрацовничая с литераторами Няклиновского района Ростовской области и Краснодарского краю. Не просто супрацовничаем, мы за гэты час стали, можно сказать, сям'ёй и посябравали, ну, может, нават у сям'і, не кожная сям'я может похвалиться вось такими теплыми взаимоотносинами помеж ее членами. Затем представники органов мясовой улады за обоих боков, письменники, библиотечные работники и краязнавцы обмерковали дальнейшее супрацовництво у межах фестиваля у побратимов «Славянские литературные дожинки» и «Бераги дружбы».